Я с удовольствием представлю вам небольшой материал, который может быть дополнителен несколько к общей вашей теме, но, возможно, будет не безинтересным. И я хочу внимание свое обратить на такие сюжеты, которые, возможно, еще до сих пор специально не обсуждались. Вообще, когда вот Мария Завьялова мне предложила участвовать в этой конференции, то у меня был большой выбор, потому что тема камня очень близкая мне как этнографу, много работавшему в Латвии и в Литве в полевых исследованиях, и сюжетов довольно много у меня всегда было, связанных с камнями. Особенно Балтийское пространство чрезвычайно богатое в этом смысле до сих пор, и различного рода манипуляции с камнями здесь представлены чрезвычайно широко. Ну, можно говорить о садах камней, можно говорить о камнях как о девайсах, можно говорить о камнях, на которых нанесены знаки, то есть определенной системности камней, а можно говорить о камнях, которые используются чрезвычайно так индивидуально вот, людьми конкретными, которые в свою систему ценностей, в свое мировоззрение вставят этот камень. Но вот однажды я путешествовала тоже в поле в Индии и в Манипуре, в штате Манипур, это крайний северо-восточный штат. И там была такая ситуация, что меня возил шофер в Академии танца, и все университеты там чрезвычайно такие закрытые, и нужно представляться на воротах. И на воротах он меня представлял как доктора антропологии, потому что это проще всего им объяснить, а какой факультет, какой департмент? Department of Anthropology. И первые два раза ему удалось произнести это слово, но потом он как-то забыл, и слово «антропология» оказалось довольно сложным для него. И уже в третьем и в четвертом университете он переделал это в «astrology», «department of astrology», он говорил. Это дама, она вот из России, из Москвы, из университета, «department of astrology». И это всем очень вполне нравилось, и все с большим уважением, двери открывались автоматически, и серьезным видом меня пропускали внутрь, по каким-то своим делам. Так что я выступлю здесь как доктор антропологии и астрологии одновременно, видимо. Вообще манипуляции с камнями – область практических и магических действий, конечно, почти у всех народов. И это наверняка культурная универсалия, и то, о чем вы сегодня услышите, вы увидите много ассоциаций с исследуемыми вами культурами, безусловно. Но, однако, само определение камня в конкретной культуре – это вопрос не праздный, и вообще имеет смысл к нему обратиться. Вот являются ли камнями окаменелые растения, например, окаменелые деревья, которые вы сейчас видите вот на этом снимке? Являются ли камнями такие три вещи, о которых, кстати, Российский этнографический музей будет в следующем году делать большую выставку, которая тоже называется «Живой камень». Так вот, являются ли камнями янтарь, жемчуг и коралл? Это вопрос. И каждая культура отвечает на него по-разному. Далеко не всегда они камни. Например, в китайском языке вот эти три субстанции не называются камнями. То есть к ним не применяется иероглиф «ши», который применяется к категории других камней. То есть они совершенно четко вынесены за пределы каменного мира. Являются ли камнем моллюски окаменелые? Окаменелые раковины, которые похожи иногда на камень, и которые иногда скорее напоминают все-таки камень, а иногда все скорее моллюск. Как классифицировать, как определить, является ли камнем, например, магнит, чумбак на хинди, например. И здесь получается, что, конечно, нужна определенная классификация, причем классификация может быть как этного свойства, так и эмного. Мы можем применить слово «камень» и попытаться со своей точки зрения описать все камни, которые мы видим в данной культуре. А можем, исследуя, конечно, язык и фольклор, и множество представлений и так далее, попытаться понять, а что же камнем называют изучаемая тобой культура. И, может быть, это будет несколько слов, несколько обобщающих понятий, несколько категорий. И, конечно, если говорить о какой-то классификации, самой общей классификации, то антропологическая классификация всегда исходит из функции определенной. И вот, наверное, мы можем говорить о камнях, внутри которых люди живут, то есть о разного рода каменных жилищах.
Ну, конечно, «Скалы» — это вообще отдельная песня большая, но также есть и дома сугубо каменные. Ну, вот просто самый яркий пример — есть такие трулли, итальянские дома, которые полностью состоят из камней. Но самое интересное в них то, что они очень легко разбираются. И вот бывали в истории такие случаи, когда это поселение нужно было быстро разобрать, и это делается чрезвычайно несложно, зная систему, как они вот соотнесены, как они соединены. То есть это вот одна история, то есть камень, в котором ты живешь. Другая история — это камень, среди которого проводят определенные ритуалы. Ну, конечно, дольмены, кромлехи и всевозможные современные нынешние варианты вот этих ритуальных камней, которые очень интересны, потому что они представляют собой некоторое промежуточное состояние между жилищем и объектом действия. Это как бы та сетка, внутри которого ты находишься. То есть задача таких конструкций скорее отделить определенное пространство в ландшафте, но не сделать его жилищем до конца, не оформить его как дом, но оформить некоторые границы определенные. И вот интересно, что это делается часто именно из камней, причем даже вот такие сложные конструкции, требующие подъема определенных больших камней наверх. Третий тип, третий класс — это такие камни, которые вот отдельно стоящие, то есть камень как элемент ландшафта, природного, например, или культурного. Природного, как вот, например, сады камней, ну вот вы здесь видите в Пуокайне знаменитый сад камней в Пуокайне, относительно новая такая традиция, о которой я тоже писала, чрезвычайно интересная и живая, ныне исследуемая. Или, например, ну, не до такой степени оккультуренная, но все-таки тоже исследуемая. Вот камни в районе Айскраукли, там есть такие каменные леса. Это тоже в этом самом Айскраукли. Вот у нас была интересная поездка. Или камни, которые совсем одомашнены. Вот здесь вы видите Артурса Гуоба, очень интересного человека, автора книги, которая называется «У камня длинные корни». И одного из первых каменноведов, наверное, Латвии. Вот около его дома, вы видите, такой почти что линком, значит, стоит. Ну и очень много другого. То есть это человек, который чрезвычайно много занимался мифологией камней и исследованием, и собственным творчеством в том числе тоже. Ну и вот этот камень кресла Дьевенши, вы видите. То есть это какие-то камни, которые уже еще один шаг прошли по пути к одомашниванию, по пути к присутствию в жилище. Ну или Стабуракс, это просто национальный символ Латвии, один из национальных символов. Плачущая скала, значит, скала с огромным количеством источников и родников, которые сейчас находятся в Даугаве. Вот. Или, ну, и следующий как бы этап, следующий тип — это, наверное, камни как инструменты, то есть камень, который мы держим в руках человека. Ну, это вообще древнейшая вещь, потому что это каменный век, это каменная индустрия, это ручные рубилы и чопперы. С этими камнями люди начали двигаться вообще в направлении модернизации, но и не перестают все равно. Конечно, вот вы видите, интересно, камень, который контур Латвии напоминает. Вот, и современные акции, например, в Латвии, прошедшие в 2012 году, которые назывались «Говорящие камни», там были привезены 8 таких огромных каменюк, и на них проецировались лица, и они при этом говорили еще некоторые такой перформанс, это был даже выставка-перформанс. Ну и вот, вот один из девайсов я вам тоже принесла из своей коллекции. Вот этот камень, который, значит, был найден вот мной на море, на Балтийском море. И ну, знающие люди говорили, что, ты знаешь, это как мобильный телефон. Вот ты можешь, если тебе нужно с кем-то пообщаться, то это тоже камень-девайс. До сих пор такие вещи популярные, известные. Есть люди, которые этим занимаются в Латвии, вот исследованием и использованием этих камней. Конечно, это связано с современной магией до сих пор еще существующей. Актуальны. По-видимому, все же это разные культурные типы. Хотя сами камни могут быть сделаны из одной породы, но в культуре они осмысливаются как вещи, которые относятся к разным категориям. И тут нужен не один словарь, а, наверное, несколько словарей, которые вот описывали бы каждый из этих типов. И ну, камень как утварь, емкость, камень как основа для написания текста, камень, на котором можно сидеть, камень, которым можно пить. Наверное, это все разные камни и разные слова.
В археологии, конечно, существует определенная классификация, но она такая по случаю. Ну вот говорят о мульдах, говорят о следовиках, говорят о камнях с петроглифами и так далее. Хотя внешне они могут быть очень похожими, но этнографический материал, конечно, говорит о том, что вот, видимо, нужны разные словари. Ну и здесь вот, конечно, индийский опыт чрезвычайно интересный. Почему он интересный? Не просто потому, что там тоже, как и в других культурах, есть камни и представление о камнях и манипуляции с камнями, а он интересен, и в особенности для вас, вот, занимающихся словарем, своей систематичностью. То есть там люди уже составили, там существуют мощные систематические как бы, классификации, которые вот, предлагают ну, варианты, да, как можно исследовать и, собственно, поступать, в частности, с камнями. То есть индийцы очень любят классифицировать. Это одна из национальных особенностей просто. Хлебом их не корми, они все абсолютно классифицируют и разделяют. И здесь что можно сказать о камне в индийской духовной культуре, обобщая, скажем так, говоря в целом об индийской культуре? Ну, вообще, дело в том, что далеко не все может делаться из камня. Ну, например, вот такая вещь, как в ведийской культуре. В ведийской культуре там камень, собственно говоря, не очень присутствует в ритуале, потому что камень — это вещь промежуточная между природной и культурной средой, и он недостаточен сам по себе для того, чтобы быть элементом ритуала. Очень много нужно всевозможных действий. Поэтому, например, такая простая вещь, как ведийский алтарь, делается только из кирпича, только из обожженного кирпича, определенным образом размеренного, и никогда из камня, хотя вот логично, казалось бы, легче всего сделать из камня. Это вещь, которая находится под открытым небом и так далее, но никогда, никогда. То есть для этого специально делаются кирпичи. Вообще там есть, скажем, философия и практика и так далее кирпича, но не камня никогда. А вот в индуизме, уже в той культуре, которую мы можем непосредственно зафиксировать этнографически, то мы видим, конечно, несколько вещей. Во-первых, из камней делают скульптуру. Но чтобы сделать из камней скульптуру, здесь нужно применить множество всевозможных технических и магических и ритуальных действий. То есть это, конечно, камень, но этот камень нужно размерить, его нужно помыть водой, его нужно осветить, и его нужно вот дальше выбить определенным образом. Это мистерия преображения камня в скульптуру, хорошо описана в несколько и показана в некоторых этнографических фильмах. Вот замечательный есть такой фильм Бала Кайлашин, который называется «Васту Марабу». Это интервью с наследственными скульпторами из южного индийского города Мамалапуром, где вот он описывает, как люди ощущают этот камень, биение души определенной, которая существует в этом камне, но она не проявлена и требуется определенные усилия для того, чтобы она выявилась, проявилась. То есть речь идет о своего рода зачатии вот этой скульптуры по определенным правилам, определенным как бы, действиям. Ну, то есть получается, здесь вот камень — это сырая материя, которая имеет потенциальные возможности, но ее можно вот проявить, ее можно выявить. И только шильпин умеет это делать вот по определенным правилам и с успехом определенным. Оживить, ее можно оживить. Вторая вещь, конечно, в индуизме почитаются необработанные камни, ну и в частности лингамы. Вот здесь вы видите, конечно, такие уже преобразованные, в общем, лингамы, которые сделаны как скульптура, хотя огромное количество есть и необработанных камней, которые также почитаются вот как шива-лингамы. И здесь, конечно, это действительно, сталактиты и сталагмиты, видимо, первоначально, потому что вот образ пещеры и находящийся в нем там, камнем, похоже, является прообразом всего этого. Но, с другой стороны, таким же, собственно, камнем является не только вот образ бога Шивы, но и образ богини, Деви, в частности. И вот Кали, культ Кали, он, конечно, прежде всего формально связан с почитанием камней. И сама скульптура Кали есть не что иное, как черный огромный камень. То, что вы видите, это наклеенные на нее глаза, значит, два или там, и третий, язык и так далее. Потому что если ее обойти с другой стороны, то вы увидите, что это огромный валун, черный валун. И точно такие же камни почитаются как варианты богини Кали, ну вот примерно в этом же районе, вот откуда, в общем, этот культ пошел. Это центральная Бенгалия, в принципе.
То есть здесь тоже речь идет о почитаемых необработанных камнях, которые путем определенных действий вот превращаются в скульптуры. И здесь оживление и освещение этого камня происходит путем собственно ритуалов. И только, больше никаких действий. То есть здесь, в общем, не обязательно вот со скребком вокруг него ходить и что-то его каким-то образом преобразовывать. Но это, значит, образ богини Кали. Но почитаются также, например, и вот шалиграммы. Здесь вы видите, это окаменелые моллюски, которые связаны с, представляются как образы бога Вишну. Вот такие вот они. И очень часто, конечно, поскольку они почти полностью повторяют образ раковины, а раковина — это вот один из символов, один из элементов Вишну, поэтому здесь тоже... Вот оно будет присутствовать. Но дело в том, что все эти вещи не обязательно могут называться камнем Патар. И здесь очень важное различие, культурное различие, которое звучит так. Существует Патар – камень, и существует вот что-то другое, что не Патар. Например, шалиграмма не называется Патар. Это не камень. И, конечно, категория тех вещей, вот о которых я хочу немножко остановиться, это не камни, а это ратна или это мани, ну, драгоценные камни. На самом деле, в теме моего доклада я написала «Камни, преобразующие судьбу». На самом деле, конечно, драгоценные камни, jewelries или gems, gemstones. Вот о них идет речь, потому что Патар судьбу не меняет и не преобразовывает. Это некоторое такое вот девайс, это нечто, что, к чему мы можем прибегнуть, но что, в принципе, не имеет влияния, не определяет воздействия. А вот в индийской культуре существует представление о том, что есть некоторые ребята среди них, которые действительно имеют собственную волю изъявления. Когда мы говорим о жизни, то, наверное, вот важным элементом жизни является собственное свободное действие. То есть существо, которое может само двигаться и может само, обладая собственной волей, каким-то образом производить какие-то действия, оно живое. Вот в этом смысле они таковы. Вот об этих вот камнях, да? Но они не камни, обзывать так нельзя. Конечно, можно говорить как о живых камнях, потому что они сами влияют на тебя, воздействуют на тебя. Поэтому все, что касается драгоценных камней, в основном индийцы относятся к ним, к этому очень осторожно, с большим осторожностью. Это тоже девайсы, но которые имеют собственную волю, и они вот могут на вас влиять. Значит, о чем идет речь, когда мы говорим о ратна? Просто несколько важнейших вещей я скажу. Значит, во-первых, они не существуют сами по себе, они существуют в определенной системе. Хорошо известно их происхождение. Все они взялись из одного тела, такой был великан Махабали или Бали, вот, и вот каждая его часть его тела, включая яджнапавиту, священный шнур, вот все они породили определенного рода драгоценные камни. Их очень много, ну их, например, 84, это такое одно из любимых чисел, 84, там много чего, и вот, значит, этих драгоценных камней 84. Но среди них есть 9 особенных, которые составляют особую категорию совершенно, и которые называются наваратна. Вот я могу вам передать такую вещь, посмотреть, вот как оно выглядит. Вот это вот ожерелье наваратна. Значит, о чем идет речь, когда мы говорим о системности? Значит, во-первых, они происходят от определенной части тела вот одного существа, такого громадного, вот, первого человека, царственного первого человека, и они находятся в определенной связи со многими другими системами. Ну, например, они все связаны с планетами, конечно, прежде всего. Это даже не планета, они переводятся как планета, но вообще-то это граха, да, наваграха. Но это там есть 7 видимых планет вот, Солнечной системы, и 2 такие невидимые, которые Раху и Кету, которые восходящий лунный узел и нисходящий лунный узел, они на самом деле связаны с вот такими феноменами, как солнечное затмение, вот, фазы Луны и так далее. То есть они определенного рода препятствия, скажем. Они не собственно имеют тело свое, а они вот как-то вмешиваются постоянно в космический процесс. Поэтому их всего 9. То есть 7 плюс вот эти, значит, Раху и Кету. С другой стороны, вот эти 9 камней, ну, они настроены на эти вот граха.
другой стороны, они связаны с днями недели. Вот сегодня у нас пятница, это день Венеры, в общем, как у многих народов, и у индейцев это тоже шакра, и это вот такой женский день считается, и тоже связан с определенными представлениями и так далее. Эти камни, они тоже так же, вот там есть 7 дней недели, плюс вот эти вот две планеты, они отдельно как бы идут, они не в системе, а 7 — это 7 дней недели. Также они связаны со сторонами света. То есть полностью весь космос здесь взаимосвязан. Тут взаимосвязанность, она чрезвычайно важна. Ну, а кроме того, поскольку джьотиш, наука астрологии, говорит о психике человека как тоже об элементе космической системы, то и, соответственно, каждый камень, так же, как и каждая планета, проецируется на определенную область психики человеческой, ну и на определенную сферу жизни человека, будь то дом, будь то учеба, будь то взаимоотношения с родителями, вообще всевозможного рода контакты, взаимоотношения и так далее. И их тоже вот определенное количество, это четко сформулированное, как бы круг такой. И когда вы видите руку человека в кольцах, руку индийца в кольцах, то это совершенно не означает, что он решил себя украсить, а это означает, что он лечится. И что здесь лечится? И лечится прежде всего его судьба. Линия жизни его лечится. Значит, поэтому как это делается? Каким образом человек узнает, вот, что ему нужно на самом деле? Это, конечно, астролог. И иметь собственного астролога – это также необходимо для любой зажиточной, более или менее индийской семьи, как иметь семейного врача. И вот существует астролог и существует ювелир, который постоянно работает в паре, безусловно, и должны быть, в общем, проверенные очень люди. И им доверяют, ну, так же, как и гинекологу, и так же, как и повитухе, потому что они знают все семейные тайны. Не только тебя, а всех твоих родственников, и будущего, и прошлого, и так далее. То есть это чрезвычайно важная такая вообще роль вот в этой системе взаимоотношений индейцев. То есть астролог предписывает, выписывает вам рецепт, вот что можно сделать в вашей ситуации, какая часть вашей жизни неполная, неверная, пошла не туда или, может быть, как-то вот нарушена чем-то, какими-то обстоятельствами. И дальше идешь с этим рецептом к ювелиру, ювелир тебе, значит, находит определенный камень и делает вот астрологическое кольцо. Астрологические кольца выглядят обычно очень просто. Они вот в такой оправе, это может быть серебро, может быть золото, там тоже каким-то образом решается это по-разному, в зависимости от камня и от человека. Но самое главное, что камень должен касаться пальца, и он обязательно должен быть правильного размера. Правильного. Он должен быть вот довольно большой, например. То есть размер камня определяет астролог. Ну, а дальше, значит, надеваешь и носишь. Причем можно надеть не обязательно в красивую оправу. Камень можно замотать скотчем вот себе на палец, например. И такое я тоже знаю, многие мои знакомые именно так проверяют камень, потому что камень требует проверки определенной. Просто так нельзя его надевать. И вещь эта небезопасная. И вот тогда берешь пластырь, ну, особенно сапфир, конечно, голубой сапфир, вот сейчас о нем пойдет речь, его, значит, на центральный, на средний палец, и вот лучше всего пластырем, и на 72 часа. Как и всякое лекарство, оно проверяется, подойдет ли, не будет ли каких-то эксцессов. Ну и вот эксцессы бывают. Можно не обязательно к пальцу, есть еще некоторые другие места вот на теле человека, которые, согласно общим индийским представлениям, тоже имеют вот такую связь с камнями и, соответственно, с определенными, ну, качествами Вселенной. И это, как правило, запястье, предплечье и поясница. Есть определенные такие точки, на которые тоже иногда накладываются камни. Теперь интересно, что их, оказывается, можно заменить. Ведь есть люди, которые не могут себе позволить голубой сапфир или бриллиант, а они обязательно должны идти вместе. Голубой сапфир никогда не носится без бриллианта, он очень плохо воздействует тогда. Ну, вообще нет никаких возможностей, просто огромное количество просто бедных людей. Есть выход, оказывается, существует система заменителей, так же, как и в индуистском ритуале, есть колоссальная система замены жертвы там чем-то, здесь тоже. Значит, и оказывается, что здесь влияет, на что прежде всего делается акцент, по каким параметрам нужно сохранять вот тождественность
естественность, это цвет прежде всего. То есть ратна, драгоценные камни отличаются, конечно, своим цветом. И вот тогда это, ну, будет что-то голубое, какой-нибудь голубой тряпочкой или голубое, например, растение какое-то. Тут есть определенные хитрости всевозможные. Ну и дальше, вот 72 часа мы ждем определенного эффекта. Что значит эффект? Ну и тогда тут нам надо понять, а что же такое судьба вот в индийских представлениях в целом. Есть ли какое-то общее представление, общая идея судьбы? Значит, да, есть. Дело в том, что ход жизни человека представляется, в общем, в основном прописанный. Вот согласно джотиш, судьба твоя, в общем, уже известна и в общем прописана. И это путешествие души, которое принимает данную форму рождения с определенной целью. И чем яснее человек осознает эту цель, тем проще ему жить, тем больше, тем лучше у него выстроены приоритеты жизненные. Хотя всегда, конечно, бывает много помех, много тумана, много привязанностей, побочных обстоятельств и какого-то неотработанного предыдущего опыта, вот то, что называется кармой, как правило. И личность человека, она всегда закреплена вот этими обстоятельствами разными, благоприятными и неблагоприятными. Но все равно существуют всевозможные инструменты, вот, которыми можно эту судьбу каким-то образом поправлять. Не менять, но поправлять. И, конечно, это медитация, это йога, это диета, это чтение мантр, это ритуалы и это ношение камней и светотерапии. То есть вот они поставлены в этот ряд таких вот духовных действий и не являются материальными, сугубо материальными, а как бы находятся на одном ряду вот, ну, с определенными, скажем, молитвами, например, да, или определенными ритуалами и действиями. И получается, что у камней есть своя магия, но также и своя религия, и своя психология камней, которая вот описана в некоторых текстах. Ну, прежде всего, это такой текст, как Бхарата Самхита, Варага Михиры и Вагнипурани. Вот в таких пуранических текстах вот есть раздел Ратнадьяя, где все это, значит, определено и прописано. Ну и, конечно, вот существует категория камней, которые называются ратна. И, конечно, здесь важнейшими позициями, по которым они отмечены, потому что, видите, их 9 на самом деле. Среди них, собственно, драгоценными, то, что мы называем драгоценными камнями, всего 4. Это бриллиант, сапфир, там есть желтый и голубой сапфир, изумруд и рубин. Вот их 4. А остальные, например, кошачий глаз или жемчуг, ну вот они тоже входят в категорию этих ратна. Значит, речь идет о том, что здесь есть определенный цвет, оттенок. Второе – это излучение. То есть они уже представляли о том, что вот эта кристаллическая структура, она обладает определенными, ну, скажем, радиацией. То есть влияет сама по себе, даже если просто лежит у тебя в углу. Ну и так далее. Определенная твердость, конечно, у драгоценных камней больше, чем у обыкновенных камней и так далее. Ну и в мифологии, в индийской, вот выделяют 3 области происхождения. Есть такие камни, которые происходят из небес. Ну это Каустубха, например, Мани. Или это известный также в буддизме Чинтамани, Шьямантак Мани. Они связаны с высшим пространством и с богами высшего мира. Каустубха — это то, что найдено было в первозданном океане, например. Вот эти камни, они просто могут производить сами действия определенные. Дальше есть подземные камни. Вот эти связаны с категорией персонажей, как Нага, с подземными демонами, так, такого змееподобного вида. И есть целый класс камней вот разного рода Нага, Нагамани. Ну а центральную вот область занимают, конечно, камни земли, ратна земли. И вот их всего 84, но особо выделяют вот эти вот 9. И теперь, ну, я просто вот назову в самом конце, каким образом люди в этнографической практике применяют эти знания, которые, в принципе, существуют вот в традиции джотиш и в традиции почитания 9 планет, камней 9 планет. Значит, тут существует некоторая такая модель, общая модель, которая хорошо видна вот при разговоре с множеством людей, как только если речь заходит о этих драгоценных камнях. Во-первых, откуда он к тебе пришел? Такие вещи, как драгоценные камни, оказывается, могут падать с небес. Случайным образом дариться, находиться или, например, оказываться у вас в виде платы.
за какую-то услугу, ну, даже за работу. И тогда эта ценность может быть значительно больше, например. То есть такие вещи, как вот интересное, необыкновенное, случайное происхождение, приход к тебе этой компании. Это первое. И люди очень внимательно к этим вещам относятся. Откуда камень пришел, кем он подарен. Вторая вещь. Проверка, тест камня. Камень тестируется. Вот 72 часа. Значит, за это время что может начаться? За это время будут, безусловно, события происходить. Я множество таких вещей записала. У меня есть вот архив. Там, значит, что может произойти? Экселленс, как они говорят. Да. Несчастный случай. Причем это может быть как физически. Ты можешь там ломать ноги, руки и так далее. Даже люди могут умирать, как у тебя в семье. Так и это может быть в ослабленной форме, например, сны. Многие рассказывали интересные сны, которые они начинали видеть, вот когда у них был примотан там, значит, сапфир на нехорошего рода сны. Но это можно на самом деле с этим можно работать, потому что, оказывается, потом нужна адаптация. И, например, есть такие камни, которые требуют пары, вот так как сапфир требует обязательно бриллианта вместе. То есть некоторого рода аккомодация происходит. Следующий вопрос – это как бы вот событие, происходит событие, получение результата, потому что каждый камень носится не вообще для чего-то, а для какого-то очень конкретной задачи. И здесь вот есть схемочка, которую я хотела показать, просто как вот оно может выглядеть, потому что каждый из этих камней, вот он имеет определенную область действия и определенную задачу. Ну вот, маникеа — это рубин, он связан с солнцем, и он несет ощущение целостности, нерушимости, уверенности, там, власти над собой. Моти, жемчуг — это гармония, баланс, чувственность, восприимчивость, готовность к переменам. Мунга, красный коралл — это сопротивление трудностям, энергичность, умение реализовывать замыслы. Панна, изумруд — это ясность мысли, осознанность, глубина понимания, быстрота реакции, позитивные преобразования. Пукрач, желтый сапфир, Юпитер — организованность, умение управлять, власть над другими. Хира, бриллиант – это привлекательность общего свойства, позитивность, красота, чистота, верность. Нила, голубой сапфир, вот он связан с Сатурном, поэтому он самый опасный. Контроль, власть, вообще дисциплина, прочерчивание границ, соответственно, их возможность преодоления, исполнение трудных задач. Ну и два вот эти вот странные, которые Раху и Кету, это Гома, это Лахсуния, то есть Хасунит, или гранаты, и кошачий глаз, или Хризанит. Вот они связаны с преодолением препятствий всевозможного рода. То есть вот такая системность. Это общего рода знания, которые, конечно, конкретизируются уже каждым человеком в отдельности. Ну и вот интересно, что представление об этих вот камнях, которые пришли к тебе в качестве дара или по наследству, или ты сам их купил, может быть, всегда важны и также конец этой истории. То есть их нужно кому-то отдать. Если действие закончено, если получен результат, то человек начинает задумываться, а что же делать дальше с этими камнями. И вот они требуют определенного рода или утилизации, или передачи дальнейшей по наследству или в дар и так далее. Потому что они никогда не умирают. Они продолжают каким-то образом работать. И вот об этом тоже надо подумать. Спасибо большое за внимание. Вопрос чисто практического свойства. Вот вы говорили о том, что период испытаний, 72 часа, да, все. Вот. Не бывает ли такой ситуации, что камню нужно привыкнуть к владельцу? То есть происходит определенная адаптация камня к человеку, после которого он как бы приходит в определенное состояние равновесия с ним, гармонизируется со всеми возможностями человека там и так далее, и тогда начинает работать. На самом деле, вот представление об этом камне, вот, который к тебе пришел, это примерно так же, как какое-то вот орудие, вот комфорка включенная, да? То есть, может быть, ты сам ее слишком сильно зажег. Трудно сказать. Зависит от размера. Вообще зависит от камня. Например, конечно, есть особо опасные и есть малоопасные. Вот жемчуг почти не опасен. Вот жемчуг, пожалуйста, носите где угодно. В общем-то, ничего особенно страшного не произойдет. То есть они тоже вот разные, эти камни. И, конечно, я знаю, что самым опасным является голубой сапфир. Вот именно о нем есть множество рассказов,
И я сама слышала, и ну, люди рассказывают, люди передают друг другу и так далее, рассказывают и о своем опыте, и об опыте знакомых. Вот это, пожалуй, самый опасный камень среди всех прочих, потому что он связан с Сатурном, он связан с Шани. А Шани – это вот планета, которая вообще ограничивает все действия человека. Это такая вот чрезвычайно сложная, и с ним сложно работать. Поэтому нет, тут скорее так, не совсем камень. Да? Камень, он просто очень сильный, вот и все. А дальше зависит от твоей психики. Вот выдержишь ли ты? Вот ты выдержишь ли? То есть идет речь не совсем о привычке, а как бы сказать, вот это испытание тебя. Вот до какой степени ты сильная личность? Здесь, да, и вообще интересный вопрос, потому что тут получается проверка личности тебя с помощью камня. То есть камни тестируют. Вот. И, но тут важно вот что. Например, скорее всего, не ему привыкнуть к тебе надо или тебе к нему, а скорее его надо чем-нибудь как бы уравновесить. И вот, конечно, сапфир уравновешивается бриллиантом и железным кольцом. Поэтому вот на центральном, на среднем пальце вы всегда увидите голубой сапфир вместе с бриллиантом, определенной величины, не очень маленьким, и железным кольцом. Вот интересно, что в такой комбинации они уже, так сказать, гораздо лучше воспринимаются и проще работают. А в этой связи встает вопрос о возможности заменять драгоценные камни, полудрагоценные, примерно того же цвета, там, ну, структура, понятно, что будет другая, но, например, а не заменить ли мне что-нибудь, изумруд, например, я возьму, да и заменю жадом каким-нибудь, да, жадеитом каким-нибудь. А вот нет. А вот почему? А вот нет. Не знаю. Это когда приходишь, об этом говорит, ну, астролог. То есть для этого вам нужен астролог, который... Каждый астролог работает по-своему. Скажем, проблема определенная в вашем гороскопе, но она как есть, так и есть. Ее определить нетрудно. Даже можно сейчас это по интернету. Другой вопрос – интерпретировать. Вот интерпретировать, тут как в медицине, да? Интерпретировать. И третий вопрос – а как лечить? То есть как можно что подставить? И вот в одних случаях замены действуют, а в других нет. Насколько я общалась с астрологами, я знаю, что они по-разному выстраивают вот стратегию лечения для разных людей. И для одного они говорят, да, конечно, да зачем тебе изумруд? Да возьми зеленую ниточку и привяжи вот к безымянному пальцу, и все произойдет. То есть для одного, вот оказывается, вполне достаточно просто зеленая ниточка, а не изумруд. А для другого и изумруда мало будет. То есть, значит, но никогда я не слышала, что они могут заменять камнями похожего цвета. То есть это недостаточно. Этого, оказывается, недостаточно. И другие камни имеют какой-то совершенно другой смысл. Вообще очень четко всегда различаются ювелирка и астрологические камни, и астрологические, ну, элементы, девайсы. Они очень хорошо видно, что это разные вещи. И к ювелирке они относятся снисходительно. То есть просто желание украсить себя – это смешное желание. Значит, есть порода камня, это понятно, как оно и есть, источник, откуда он пришел. А учитывается ли, как индивидуальная судьба этого камня? Допустим, он вам пошел в подарок, да, или в наследство, это хорошо. Но, может быть, он до этого был плохого человека и набрался чего-то нехорошего. Вот это бывает или нет? Учитывается такая вещь или камень не способен набраться? Конечно, очень такая универсальная вещь в народной культуре, да, представление о том, что вот качества владельца могут привязываться к определенным вещам. На самом деле этого не происходит с драгоценными камнями. Вот оказывается, что они сильнее своих владельцев, они всегда сильнее. И достаточно их просто помыть. И, в общем, все. Просто водой или с мочой? Просто водой. Но лучше мочой. Коровьей мочой, конечно, лучше, безусловно. И еще вопрос. Вот вы говорите железо, значит, металл с камнем. А вот золото обычно же, ну, понимаешь, это ювелирка. А что золото? Вот нельзя заменить железо золотом, например? Вот у меня есть, например, золотое украшение, в котором сапфир как раз алмаз. Ни в коем случае. Да. Золото имеет отношение только к вот, Солнцу, а в данном случае мы занимаемся Сатурном. Это железо. Но не соединяется? Нет, это разные вещи. Это разные вещи. Железное кольцо должно быть. Именно вот в случае с комбинацией. Вот с... Нет, не заменяется. Золото – это отдельная большая тема. Вот мы будем в индийском посольстве скоро показывать фильм «Золото», который называется вообще о феномене золота в индийской культуре. И если кто-то заинтересуется, приходите, пожалуйста, там бесплатный вход, и вообще будем говорить специально о золоте. Но нет, в данном случае нет.